Я всегда. Девочки, как вам? Предвкушение. Так, а то, что уже было? В шоке. В шоке. В каком шоке? В хорошем? Приятном. А что, Ольга? Спаса на крови, да? Столько красоты в одном месте, где еще можно встретить, как не в Санкт-Петербурге. Это точно. Это Ольга Сафронова, город Троицк. Оля, ты в какой квалификации? Старший директор. Старший директор рядом с тобой. Татьяна Демьянко. Старший директор. Старший директор, тоже город Троицк? Да. Замечательно. И Елена Белишко, которая выросла очень быстро. Наша мамка. Мамка, которая прет как танк. Да, Леночка? Как паровоз. Лена, как ощущения? Ощущения мощи, глубины вот России со мной. Угу. Вот здесь именно корни вот это вот, где вот это закладывалось величие. Угу. История, да? Да. Красота. То есть глубина такая вообще вот. Просто еще не осознается до конца, но я думаю, что это будет потом проявляться просто в действиях наших. Угу. Спасибо. Татьяна, вы скажете пару слов? Ну, я тоже немножечко поражена мощью, вот этим вот красотой. Не могу еще в себя прийти. Вспоминаю, как мы вчера были в этом спасе, на крови мурашки по коже. Ой, это вообще что-то нереальное. Да, красота нереальная, вот просто нереальная. Всем помашите ручкой. А где птичка? Привет всем. Зря, что они не стали старшими директорами, драгоценными директорами и не приехали, правильно? Конечно. Да. Спасибо огромное. Вернее, завтра. Девчонки мои попали на встречу с президентом Нечаевым. Сделала квалификацию обоев за год. Молодцы. Вот это да, вот это мотивация, да? Супер. Даже я облизываюсь. Даже я облизываюсь, я не попадаю. Да. Вот. Ой, девочки, вам повезло крупно. Все, спасибо. Мы же новички, нам поэтому повезло. Да, вот новичкам дано все. Все.